have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и мы загрузились здесь. Не знаю, где здесь, я еще... Ну, вроде здесь, вроде все как надо. Поехали. Не знаю, стоит ли нам всплывать, не стоит... Наверное, пойду-ка сюда на регулировку глубины. Буду держать все на таком расстоянии. Надо еще за радаром следить. Кстати, я вот жаловался, что когда сверху плывешь и отдаляешь, то не видно радара. На подводном плавании сделали наоборот. Даже когда ты максимально отдаляешь экран, все равно видно внутренности корабля, видно радар. Я по высоте сейчас, да? Да, по высоте. Бам. Сюда. Погоди. Ну-ка назад. Может быть, нам наоборот тут никак не проплыть? Ну-ка, стой. Мы можем глубже погрузиться? Не можем. Тогда давай на продувку балласта. А, оно... Тьфу ты, блин, чё я торможу? Оно же не подключено. А почему оно не подключено? Вот, мы можем глубже погрузиться. Погодите, тогда наверх. Просто всплыть, посмотреть. Да, нам тут делать нечего. Нам нужно погружаться глубже. Причем погружение происходит и без двигателя. Нам для этого не нужно зажигание. Хорошо, вроде как парус мы не повредили себе. Я почему-то был уверен, что у нас подключено погружение. Так, стоп. Ну-ка, зажигание опять. Опа! Давай, давай, чувак. Пошел. И малый вперед. Давай сюда. А тут у нас прям сильно дно. Хорошо, такая глубина меня устраивает. Давай немножко подбавим ходу. Всплываем. Причем довольно быстро надо всплывать. Осторожно, осторожно, вы парусом не зади... Нет! Сюда, чел, сюда, сюда, сюда. Попробуем на скорости этот маневр выполнить. Вроде получилось, кстати. А, зажечь уже нечем. Так, раз, два, три... Что-то радар нам показывает. Где? Пока не знаю. Давайте, наверное, малый вперед. Сейчас посмотрим, что покажет радар.
Таким образом, мы можем преодолевать препятствия под скалами и всякое такое, да? А радар, кстати, после этого погас. Возможно, там сзади что-то осталось. Ладно. У нас опять погружение? Я не пойму. Сейчас, если что, я готов нажать на... Я готов на тормоза. Давануть. Ветер есть, блин! Может, не надо было столько топлива тратить? Давайте вот это сейчас дожжем. Если не будет погружения... Оно вроде пока что не предвидится. Есть парус. Опа! Пошел, пошел, пошел. Остановим пока что на этом. Нам этого хода хватает. Нам не надо даже разворачивать его на полный ход. Надо будет потом обратно топливо подвесить. Сплыли, не нужно было вообще топить. Нужно было сразу поставить под парус. Кстати, представьте, какой у нас коэффициент лобового сопротивления. То есть у нас нос, он же не острый, он в принципе шайба такая. Для подводной лодки, ну, допустим, еще хоть как-то. Для надводного корабля, ну, это ж прям... Не знаю, возможно, это могло быть проблемой. Так, ну давайте... Тормозить резко не надо, ни обо что сейчас. Я пытаюсь на радар также смотреть. Там раз радар сработал, значит, мы там что-то пропустили. Во-первых, что-то пропустили. Во-вторых, блин, там, смотрите, статуи какие-то. Мать чего-то где-то. Их много. Раз, два. Во-первых, мы там что-то пропустили. Во-вторых, я лишнего топлива спалил, что меня совсем не радует. Но, надеюсь, нам хватит. Первая игра, она постоянно такая балансировала немножечко, потому что вот тебе топливо, вот не хватит, не, ладно, вот тебе еще топливо, вот опять не хватит, это такой черт. Вот, но здесь, мне кажется, с этим немножечко, не то чтобы, я не хочу сказать, что плохо или хорошо. Кстати, это же кусок локомотива вон там сзади валяется, смотрите, вот полуутопленный. Ну, вот, доски. Парус, стой! Да ясен же пень. Я никогда не успеваю его с первого раза. Надо починить. Где он? Где починки валялись? Я позабывал вообще все, что тут происходит. Как мне вниз попасть? Вот сюда. А, вот починка. Иди сюда. Вот эту мы сейчас истратим. И заодно посмотрим... Нет! И заодно посмотрим, можно ли ее сжечь, или она просто исчезнет. Что, парус мы себе только что испоганили. Ага, 10 раз починит. 10 раз? Ладно, починка просто исчезла при этом. Ветер есть. Надо как-то заранее это просматривать, вариант с парусом, потому что быстро убрать его, ну, наверное, можно. Это я просто такой невнимательный. Вообще, проще всего, наверное, идти вот так вот, чтобы издалека было видно, что происходит. Но я хочу еще и радар видеть, который находится здесь внутри. Такое приятное гудение ветра. Хорошо. Давайте мы, наверное, даже немножко по ветру станем. Так, полный вперед, чтобы не особо...
Так мы еще и можем дальней частью паруса удариться. Ломать так полностью. О, ветер изменился. Смотрите, это плотина, не плотина. Выглядит так, как будто плотина. О, само открылось. Я хотел пойти посмотреть, что не так с ветром-то, но нормальный ветер опять подошел. Очень странно, что в этом моменте музыки нету. Обычно такие переходы, они какую-то музыку. Я сейчас даже не пытаюсь вниз плавать смотреть, хотя, может, и стоило бы, я даже не знаю. О, стоп, 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 там какие-то эти. Отдай. Отдай. На всякий случай, чтобы нас парусом не шарахнуло никуда. Я его просто сложу. Так, где оно находится? Прям перед нами. Прям перед нами. Ну, ладно, давайте немножко на парусе подойдем. Просто будем готовы его сложить, если что. И я не буду развивать полный ход. А, куда-то поехал. Вот так, немножечко, немножечко. Внизу ничего не намечается. Вроде нет. Мы сейчас подойдем, скорее всего, к таким вот шлюзам, которые там вот вдалеке. Вот, видите, тут тоже на затоне кораблики находятся. Две вещи впереди. Парус в ту сторону сейчас вообще лучше не поворачивать. Меня бы, наверное, сейчас об скалу долбануло бы. Три вещи впереди. Но я смотрю, чтобы ничего не было под нами или сзади, чтобы мы ничего не пропустили. Хоп-хоп-хоп. О, это мы приехали. Стой. Блин, а это похоже на какую-то подводную лодку. Ты же не скажешь, что ты поломался? Блин, ты не мог поломаться, дружище, ну ты чё? Две вещи над нами. А я не могу разложить его сейчас никак. Почему он тогда сложился? Это вообще единственный способ, как я могу туда достать. Почему он тогда сложился? Нет, 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 стой, 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 там ветер такой. Так, давайте поближе наоборот. Вот это все. Иди. Оно мне по голове ударило. Хорошо, все приехало ко мне. Меня это устраивает. Развешать это сразу по крючкам, что ли? Хотя тут есть что поразвешивать. Как бы тут фишка-то в чем, что вроде как оно питается всем, что горит, поэтому не обязательно прям топливо сюда кидать. Любую вещь, которая влезет в печку и может быть сожжена. Собственно, поэтому так ненадолго нам и хватает всего. Потому что какие-то простые рандомные вещи, они прогорают, они не предназначены для того, чтобы ими топить печь корабля. Так, сверху. А, сверху еще что-то осталось. Погоди. Надо сходить посмотреть. Начинаем лутать новую локацию. Новую локацию. Блин, я думал, я упаду. А я не упал. А как так-то? Хорошо. Эта башенка, она просто.
Смотрите, это какая-то игрушка. Это какая-то игрушка. Это нельзя разбивать. Я хочу это себе забрать куда-нибудь. Тут, смотрите, вон одна игрушка, другая. Я сейчас лишние вещи поснимаю в трём. Хотя, что это было? Это была бы... Это был ящичек с балериной. Не, я его тоже оставлю, но его... Это прикольно. Вот эту вещь тоже в трём. Может, тут есть ачивка за коллекцию игрушек? Ну, скорее всего... Что-то связано с этим есть. Вот этого оленя я хочу тоже повесить сюда. Я не хочу его выбрасывать. Ай, иди сюда. И... ой, уточка. Уточка, да, кстати. Что? А что, так можно было? Так, ладно. Уточку, наверное... Постой, тут уточка, я тебе потом обратно... Да ну вот, вот эта фишка, я не знаю. Очень трудно сюда попасть. Иди сюда. А ты повисишь тут, а уточка пойдет со мной, все. Уточку не отдам. Все, отлично. Сувениры пособирали. На радаре наверху больше ничего нет. Вроде нет. Я пойду на всякий случай туда еще раз схожу. По той простой причине хочу посмотреть, что это за место. Попробовать рассмотреть его внимательнее. А потом пойдем через эту, видимо, субмарину. Нам нужно будет там что-то или взять, или сделать. Уж не знаю. Скорее всего, проплывать через нее мы будем под водой. Кстати, а тут можно пройти. Возможно, это единственный способ, как тут можно пройти. А, меня сразу аж сдувать начало. Тут можно отцепить. И тут можно отцепить. Прежде чем что-то лапать... Нет, 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 стой. А, это... Я понял. Я понял, для чего это, смотрите. Это чтобы держаться. Это тот самый способ, чтобы можно было пройти. Это чтобы можно было держаться. Вот это прикольно. Вот это классно. Лестницу наверх я сначала-то и не приметил. Я просто шел посмотреть на комнатку, что там происходит. Что? Погоди. Ага, понял. Каждый раз геймпад вибрирует, если что. А как? А что?
Да, он дальше не может поехать. Почему-то каждый раз, когда я наступаю на эту штуку, начинает вибрировать геймпад. Но при этом ничего не происходит. Если я сейчас отсюда спущусь, я сюда уже, скорее всего, не вернусь. Тут лестницы не хватает, видите? Или мне придется... Так, какой-то механизм, надо с ним разобраться. Стой! Так, это у нас для переключения, я так понимаю. Да, для переключения воздуха воды. А куда его подключить? Тут у нас зажигание, которое не работает. Тут. Тут что-то еще. Ну-ка. Оно... Так, ну это нужно... Явно, чтобы сюда забраться. Давайте внизу пос... Тут... А, топливо. Давайте я схожу, заберу. Вот как раз 4 крючка. Тут было разбросано это топливо. Видимо, нам только этого как раз сейчас и не хватает для того, чтобы эта махина заработала. Я не знаю, что она будет делать. Ну... Явно ж не просто так тут все. Просто я пока что не вижу выхода из этой ситуации. Давайте-ка поближе немножко. Тут у нас ничего интересного нет. Вот так можно. А, ну туда, наверное, к двигателю, да? Один. Одного нам хватит? Сейчас мы его догоним до оптимальной работы. Так, запитали. Перегрев сейчас будет, осторожно. Это я охладитель запихал. Погоди. Ну как бы да. А вот это здесь... Почему? Или... Так. Что вот это за кнопка? Что она делает? И что... Вот это тогда за кнопка? А, кстати, я закинул топливо, там крючки забегали, и оно мне привезло, то ли привезло еще, возможно, оно, кстати, привозит бесконечно, чтобы, если люди, которые, как я, тупят, они не могли запороть тут все. Так, оно запитывает фишку внизу, фишка внизу, ну-ка, давайте еще раз запустим. Не перегреваем двигатель.
Тут я ничего не могу сделать, хотя вроде как. Там крючки бегают, видите? Я пока не осознаю, что происходит. Вот это, по идее, оно для взаимодействия, но оно не вытыкивает. Может быть, мне нужно некоторое время его запитывать. Когда я запитываю, начинается музыка, начинается все. Давайте я сейчас закину. Только не заглохни, пожалуйста, пока я ползу. Не заглохнет. Возможно, мне его нужно для того, держать для того, чтобы охлаждать. А, вон, зарядить надо. Зарядить надо. Я теперь вижу, наконец-то, эти лучи, которые там идут. Да плюнь ты эту штуку. Я, короче, понял. Ладно, давайте попробуем. У нас еще хоть что-то с топлива осталось. Да, нам привозят еще, отлично. Давайте я его сразу отвезу наверх. Две закину. Нам нужно прогревать двигатель и держать его на высоких оборотах, при этом охлаждать вручную. Сейчас мы закинем два. Топливо, чтобы нам хватило. Скорей, 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 скорей. Вот эти лучи сбоку начинают заряжаться. Одно. Я притащу все три, чтобы я мог, по крайней мере, не бежать потом сюда, а кинуть сразу на месте, если вдруг понадобится. Вроде как игра настаивает на том, что надо три... Второй, на мой взгляд, я сейчас выкинул абсолютно зря. Ой, тут даже 4 дается. Ну, по крайней мере, я думаю, что я разобрался с принципом работы. Давайте четвертую тоже принесу. Мне-то разница, раз ее дают. Давайте. Я просто думал, что вот это охлаждение... Ну, не, сейчас я вижу, что это охлаждение. Я думал, куда эту воду девать и зачем там вообще вода? И вроде как... А возможно, это турбо какое-то? Надо посмотреть, как это все работает. По идее, должно хватить. Да. Поехали. Фух, разобрались. Ну, интересно. Ну, на самом деле, да, я могу, наверное, побыстрее с этим всем разобраться. Но прикольно, мне понравилось. Все перевернулось.
Ну, туда теперь я не могу. Давайте я все скину вниз. Погоди, и что теперь? А куда мне? Тут, кстати, нам накидали нового топлива. Оно теперь, кстати, работает без моего присутствия. Это мы повернули, это нам не надо. Нет, оно не работает без моего присутствия, оно остановилось. Ну и в принципе, ладно. Если мы будем здесь проплывать, нужно будет не забыть, что у нас тут топливо. Еще хотите сказать, что сюда надо будет топливо тоже? Нет. Да, стой. Вот. Вот так? Так, во-первых, я все-таки хочу... Туда кусочек топлива принести? Я не знаю, зачем оно мне надо. Я А я смогу? Ну, я, по идее, смогу. Тут лестница есть. Ну-ка. Я могу карабкаться под водой. Хорошо. Я не знаю, зачем это делать сейчас, просто из интереса, потому что там тоже есть кнопка, вроде как, оно выглядит как старт двигателя. Я только поэтому сейчас все делаю. Ай, залезь, спасибо. Блин, интересно. Вот, дружище, на, держи. Куда тебе это запихать? Никуда? Я не... А, вот, я подцепил его, хорошо. То я что-то просто не пойму, где крюк. Есть. Вот так это работает. Тут не надо топливо, тут надо ехать. Это интересно. А почему... Ну, да, я хотел сказать, почему... Вот ветер же есть. Он же меня тоже может поддуть немножечко. Ну, похоже, мы установили какой-то новый модуль. Я не знаю, что он будет делать на этот раз. Меня выпустили. Ну что ж, я с лишней коробочкой могу вернуться, мне нормально. Трофей захватил. Может быть, это... Так, брось. Может быть, убрать-то мачту пока что, черт его. Я не знаю, что сейчас будет. И что мы получим? Какую суперсилу? Древняя энергия. Ачивка приехала. И... Это рывок какой-то? Это что это такое? Мне сначала напитать надо как-то? Ну, видимо, да, кстати. Давайте-ка. Нет, стой, 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 стой. Сделаем стоп-машину. Мне надо зарядить каким-то образом.
Да, мне надо заряжать. Да брось, брось! Отпусти. То есть мне нужно будет его так вот каждый раз заряжать, если мне нужно пробить. Почти там. Блин, надо, чтобы оно прям на пределе было, да? Не отходи обратно. Давай, чел. Тут много очень условий нужно соблюдать. Зарядилась? Йо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Вот это крутяк. Да, это какой-то прям жесткий форсаж. Фух. Это мне нужно понимать, когда мне это нужно, а когда мне это не нужно. Так, там дальше уже на парусе можно идти. Сифарер. Ачивочка приехала. Вообще, эта серия у нас богато на ачивки. Знаете что, ребята? Погодите, давайте тогда на этом заканчивать, потому что преодолели некоторые испытания, сохранились. Давайте продолжим уже в следующей серии. Пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра, всем ладушек. Всем покеда.